приходит понимание чего-то еще. И не касаясь между нами грациозной пластики, течет еще одна реальность по кружной фантастике. Ее немногие видят, и вот с небом одни уходят по небу, другие уходят в дом. Собрались в этом городе, в котором я недавно буквально жил. Меня даже жители Петербурга хотели принять в Ленинградце. Вот. Даже... Если вы сейчас получились в школе, то, конечно, есть такая примета, точнее, как я провел лето, да? Вот примерно так я провел последний месяц. Спасибо моим друзьям, тем, кто меня приютил. Вот как это было. Знаешь, просто в прошлый раз мне чуть-чуть не повезло, теперь я очень осторожен.
Такой вариант будет просто невозможен. У меня другой план. Я поставлю дома деньги и пойду к своим друзьям. Расскажу, чем отличаемся мы от обезьян. Пить ужасно плохо для здоровья и вообще. Пусть придурки знают, что мазут на кладбище. Поздно вечером я открываю глаза. Рублю не с крыльями и голоса.